Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас в интернете гуляет огромное количество вот таких вот фотографий. Я очень долго смотрела на эту косметику и думала, блин, какая охренеть крутая косметика. Оказалось, что эта косметика из Китая. Все говорят, что она просто... урыв. Поэтому я подумала и решила, что мне это тоже нужно купить. Спойлер, это видео не рекламное. Нет, ну серьезно, но оно могло бы быть рекламным, если бы у меня купили рекламу. Flower, no call me, please. Коробочки выглядят, ну, красиво, как коробочки обыкновенные. Кстати, по ходу дела я вам еще расскажу, как эту косметику приобрести, потому что есть огромный нюанс. Формально она продается на Алике, но там есть сложности. А еще досмотри видео до конца, потому что в нем будет конкурс на косметоз. Короче, начнем с распаковки. Каждая коробочка была вот в такой вот прозрачной фигне. Ничего на русском у меня здесь не дублируется, только китайские иероглифы. Походу, я достала пудру. Ну чё, Каролина, я же говорила, что ты урыв полный. Я когда притащила коробки, Каролина такая, блин, какие классные коробки. Я такая, да коробки обычные, ничего тут нет интересного. Она такая, да нет, коробки классные. Такая, да внутри контент. Ребят, это просто охренеть, вот серьезно. Сколько косметики я не делала, с такой косметикой, наверное, только CanMake может сравниться, который японский. Тут даже какая-то гравировка, название бренда Flower Nose, русалочка. Драгоценно. Ну, собственно, раз я пудру первую взяла, давайте я с нее и начну, потому что у меня на лице есть тон, немного замазалась кушоном. Пуховочка выглядит следующим образом. Я не знаю, передать вам камера или нет, но пудра достаточно светлая. По текстуре она весьма полупрозрачная, то есть это не мой любимый формат пудр. Он абсолютно имеет место быть. Подойдет тем, у кого очень светлая кожа, потому что она прям оставляет немного белесый оттенок на коже. Но я люблю, знаете, какие пудры с эффектом блюра. Это такого эффекта не дает, она просто, по-моему, прикольно матирует. Но это слишком красиво, поэтому я ставлю этому 10 пудренных 10... Ладно, я поставлю этому 8 пудренных из 10 пудренных пудр. Предлагаю сейчас все дальше распаковать, благо лицо у меня больше не блестит. Заодно посмотрим, как долго его хватит. И будем тестировать уже сам косметоз. Но пудра красивая. Эти упаковки такие милые, что мне не хочется их рвать. Но и не рвать у меня нервов не хватает. Каролина! Ай. Кто придумал, ты? А потом я увидела то, что повергло меня в шок. Каролина, это плагиат! Какой? Это плагиат Ли Сяоми. Жесть. Чудец. Так, объясните, пожалуйста, что происходит? Я знаю, что на эту подводку, внимание, это моя подводка, она уже официально вышла из продажи, потому что все, что было, оно распродалось. Если где-то оно еще есть, то это просто то, что пока что залежалось. Но в целом все. Прикол в том, что у меня была коллаборация на тушь и подводку. Вот они. Я и Вивьен Сабо. Мы этот проект планировали еще тем летом, то есть ему больше года. И тут как бы, ну извините, пожалуйста, Flower Nose, я все понимаю, но вы ко мне заходите, мы с вами классный продукт сделаем. Почему эта подводка один в один? Ладно, я никого не буду осуждать, просто это забавно. Я понимаю, что вряд ли это совпадение, но если нет, то это очень потешно. Не, ну я понимаю, степень моей популярности неизмерима, естественно. Ох, что лиса, у нее ЧСВ. Что у нас внутри? Внутри розовая блестючая подводочка. Ой, кстати, очень красивенькая. Едем дальше. Вроде как это должна быть палетка. Кстати, очень странно, что на русском языке ничего не промаркировано, учитывая, что заказывала это на Wildberries. О! Боже, нереально красиво, охренеть. Не знаю, что их цветы знают, но это безумная красота. Потрогай, она прям металлическая. Красиво, пипец. Интересно, это как у нас будет по качеству? Они достаточно сильно спрессованы, мне нравится. Я ставлю этому определенно лайк. Внезапный деп. Ну, слушай, вообще прелесть, конечно. Это палетка шоколад. Интересно, она будет пахнуть как тот же тут фейс с шоколадом? А, это палетка контринга. Я не могу понять, это то ли запах пластика, то ли шоколада. Попробуй ты, у тебя обоняние лучше. Мне клеем пахнет. В последнее время у меня очень большой загруз по работе. Ютуб-канал, танцы, бренд, мероприятия, телевидение, песни. Я сама не знаю, как мне хватает времени на все это. Но, несмотря на кучу дел, я все равно стараюсь устраивать себе хотя бы иногда выходные. Или выделить хотя бы пару часов в день на то, чтобы отдохнуть, расслабиться и делать то, что мне нравится. Например, на макияже. Основой дебетовой карты от Тинькофф отдыхать стало не только приятно, но и выгодно. Это оригинальные дизайны в рамках проекта «Котик, выдыхай». От Тинькофф и от анимационной студии Петрик. Оформив такую карту, вы получите 20% дополнительного кэшбэка. За покупки в категориях рестораны, кино, книги, красота и развлечения. В общем, за те покупки, которые помогут вам выдохнуть.
Кстати, помимо кэшбэка за отдых, с этой карты вам будут доступны следующие преимущества. Кэшбэк, который приходит рублями. И каждый месяц можно выбирать 4 категории трат. И получать по ним до 15% кэшбэка рублями. А за покупки по спецпредложениям партнеров до 30%. Если что, снимать наличные можно в банкоматах даже других банков. И это без комиссии. А еще удобное приложение, в котором вы можете все оплачивать. Ну там, например, связь, интернет, учебу, многое другое. И тоже без комиссии. Пару кликов переводите деньги без комиссии. Даже на карты других банков через СБП. Вы знали, что клиентами Тинькофф стали уже 30 миллионов человек. Поэтому смело переходите по ссылочке в описании. Там оформляйте карту Тинькофф Блэк и получайте кэшбэк, отдыхая. Кстати, там же можно посмотреть очень милые ролики о персонажах этих карт. Я буду делать достаточно легкий макияж в азиатском стиле. Знаете, вот с акцентом на все эти хайлайтеры, как очень часто вы могли видеть на картинках. Ну, что-то в таком плане, заодно расскажу, как это все можно сделать при помощи этой косметики, если это вообще будет реально. Я начинаю вот с этой вот палетки для контуринга и беру достаточно широкую кисть, пахнет все еще клеем. Я наношу легкий контуринг, все текстуры достаточно полупрозрачные, судя по тому, что я могу понять. Потому что даже сейчас я наношу контуринг, и его видно достаточно лайтово. При этом я не скажу, что мне это не нравится. Это, конечно, история про Азию. Поэтому мы от Азии будем хотеть азиатского качества, а не того, чтобы это все выглядело так, как будто мы обмазались колорпопом или чем-то еще. Мне очень нравится цвет. Он, правда, мега нейтральный. То есть он классно затемняет. Я прям вижу эти затемнения, при этом они меня не бесят. Я бы даже сказала, что это выглядит максимально естественно. Нанос я наношу на всю длину спинки. Вот так вот, по бокам. Если вы раньше могли видеть кучу туториалов, где показывали, что буквально нарисуют две полоски по бокам от носа, вот снова мы сейчас к этому возвращаемся, с тем лишь исключением, что еще и наносим контуринг прямо на спинку, чтобы сделать нос более коротким. Также в этой палетке есть более темные оттенки. Я предполагаю, что можно сделать прям вот так вот и попробовать утемнить те зоны, которые я бы хотела утемнить. Есть прикол с этой косметикой. Когда я общалась с девчонкой, собственно, которая вдохновила меня на съемки этого видео, она рассказывала то, что можно купить эту косметику как на Wildberries, так и на Алике. Я, естественно, подумала, что с Алика будет прикольно заказать, тем более, что на ВБ ассортимент, но, мягко говоря, сильно меньше, чем то, что есть на Алике. Но есть нюансы, о котором я говорила в самом начале. Короче, прикол в том, что я сделала заказ на Алике 1020, я просто скупила там все, что было у них в серии, чтобы максимально вообще задействовать в этом видосе. Но прикол в том, что они отправили мне косметику, и косметика вернулась обратно в Китай, потому что не прошло по килограммам. Короче, слишком тяжело. Сама по себе косметика очень тяжелая, поэтому предполагаю, что если заказываешь на Алике, ну это как мне потом продавец объяснил, не знаю, почему они сразу просто заказ не отменили, а приняли его еще и отправили, что есть какие-то ограничения по весу, и определенное количество килограмм просто нельзя отправлять. Разбить посылку почему-то на несколько часов они не догадались, ну, я не знаю этих нюансов, потому что я не работаю на Алике. Я хз, как это все работает. В общем, посылку мне не отправили, но вернули деньги. Ну, я подумала, решила, что перезаказывать мне лень, поэтому просто заказала ее же с Wildberries. На Wildberries ее сильно меньше, но это хотя бы на ВБ, поэтому понятное дело, что мы через день, через два мне все привезли. Но сильно меньше ассортимент, прям в миллион раз. А еще, короче, если заказывать через Алик, там ты когда заказываешь ее, тебе еще кучу подарков кладут. Кстати, светлый контуринг внезапно мне нравится сильно больше, чем темный. Он прям хорош. Короче, контурингу можно поставить максимальный лайк. Предварительно добавим сияшечку. Ой, какая красивая. Вы это видите? Она балдешь. Вот такие сияшки мы любим. Сияшку добавим сюда. Красиво, пипец. Хочется даже бахнуть на скулах, хоть я и вообще не фан. У нее, знаете, такая текстура, не знаю, как это назвать, но очень прям бархатистая. Не знаю, с чем сравнить. Очень мягкая. Классная, короче. Охренительно, реально сияет, как на фотографиях. В принципе, могу этой палетке поставить максимальный балл. Здесь просто не к чему докопаться. Тут и дизайн, и качество, и реальное количество, потому что посмотрите, какое тут вообще все огромное. Дальше я воспользуюсь тенями. Единственный оттенок теней, который мне достался, потому что у меня просто уже не осталось выбора, это вот это вот розово-зеленая-золотистая гамма. Таких макияжей я особо не делала, поэтому заодно и посмотрим, как это все будет выглядеть. В качестве базы я возьму вот этот светло-розовый оттенок и нанесу его на все мое веко. Ожидаемо полупрозрачно. В принципе, я не люблю мега-пигментированные тени, то есть, безусловно, они мне нравятся, но и такой текстуре я тоже могу поставить определенный лайк, потому что она реально дает очень хорошее базовое покрытие. Ну, обычно, когда учат визажисты краситься, они берут, например, ядрено-розовый цвет, если мы говорим про розовую палитру, бахают его куда-нибудь сюда и начинают потом его растушевывать. Я же люблю делать сначала светлую подложку какую-нибудь пастельную, потом на светлую пастельную подложку бахаю уже более темный цвет, и так получается растушевка проще, но она получается такая, не супер набитая, а более размытая, но мне нравится вот этот вот эффект дымки, который получается. Так, ну она немножечко пылит, но меня это не парит. И попробую углубить цвет вот этим вот оттеночком, который более темный. В принципе, он уже наслаивается хорошо на эту подложку, которую я сделала более светлым оттенком, и это выглядит реально прикольно. Цвет, кстати, огнище. Ну, в плане не то, чтобы он был огонь, а цвет просто супер. Смотрите, он такой дает эффект, как будто я поплакала. Кстати, в азиатских всех этих ваших тиктоках это сейчас достаточно сильный тренд, а-ля Cry Girl, или как-то так он называется. Это специально делает эффект того, что ты поплакала и такая, уву, кавайи.
весьма слезоточиво. Теперь нужно будет взять вот этот вот цвет, который здесь самый темный. Концептуально он такой же, ну, похожий на те цвета, которые уже были в палитре с контурингом, но я нанесу его на мое нижнее веко, сделаю агиосаль. Достаточно темный оттенок и хорошо ложится. Добавляем на внутренний уголок глаза, на внешний уголок глаза затемнение, вот так вот. И продлеваем вдоль ресничной линии. Наверное, вы заметили эту потрясающую футболку, в которой я сижу. Кстати говоря, у меня появился бренд одежды. Одежда потрясающая, великолепная, просто лучшая. Это все, что я хотела вам о ней сказать, потому что вдруг кто-то еще не знает. Теперь должны знать все. Обязательно подписывайся на паблики «Наша одежда», ну и покупай, если тебе что-то понравится. Но если не понравится, все равно подписывайся, потому что коллекции будет много, и однажды что-то тебе точно понравится. Мне не нравится, как темно ведет себя в уголках глаз, потому что его очень плохо видно. При этом его очень хорошо видно, когда я, например, рисовала вот эту вот складку. Непонятно. Я предлагаю бахнуть этот вот хайлайтер. Даже хз, что это? Потому что она очень-очень... А, это те самые тени! Ребят, помните вот эти вот все фотки, которые я показывала? Есть, короче, куча лайфхаков, как эти фотки повторить, чтобы так глаза смотрелись. Но по факту вот эта самая текстура в жизни, знаете, она какая? Как будто ты трешь наждачку. Вот реально. Вот так вот ощущается палец, когда ты прикладываешь. Но по факту получается вот этот вот самый эффект, когда у тебя вот эти вот три маленькие какие-то крапинки поблескивают, и получается очень красиво. Боже, я надеюсь, что камера это реально вам передает, вы это видите, потому что это разрыв. Абсолютно фанат, все обожаю, люблю. Хэштег не рекламное видео. И они еще какой-то, знаете, а-ля влажный эффект имеют, хотя никакого влажного финиша здесь даже близко нет. Просто, видимо, за счет того, что так свет преломляется, выглядит немножечко влажненько. Мне нравится. Еще у меня есть вот такая вот подводка. Черной подводки уже не было. На Wildberries я смотрела, но была блестючая розовая, поэтому я думаю, что блестящий розовый я как раз вот здесь вот и проработаю. И блестящая розовая подводка от меня получает миллион из миллиона, потому что это реально очень круто выглядит. Увеличивает эффект того, что я нарисовала глиттером. Но при этом я не могу сказать, что она вам как-то очень сильно понадобится для жизни, если вы вдруг просто не хотите рисовать подводкой. Потому что вот этот вот глиттер, который был здесь, в этой палетке, абсолютно аналогично выглядит, как эта подводка. Накрашу глаза, потому что не было туши. По крайней мере, я ее вообще не видела. Кстати, я ее не видела даже на Алике. И накрашу нормальные стрелки, и к вам вернусь, продолжим. А результат выигрыша вот на эту потрясающую помаду BT21 и вот такой вот набор косметики получает вот этот вот человек. Ну вот ты был самый активный, ты вообще супер-мега молодец. Мы тебе сами напишем, будем ждать твой отзыв, чтобы все остальные понимали, что это не развод. Это вам не разводное акушерство. Никаких разводов я не потерплю. Кстати, у меня здесь кулон с козерогом, но я водолей, потому что я хитрый водолей. Вот это все, что нужно вам не знать. Для участия в подобных розыгрышах нужно подписаться на мой телеграм и следить за обновлениями. В следующем видео будет новый конкурс, но ты все равно подпишись. 10 minutes later. Что ж, ребят, мне очень нравится, как получились глаза. Добавила относительно небольшие по своим меркам стрелки. Ресницы накрасила. Выглядит просто очень красиво. В жизни мега нежно, просто кайф. Теперь остается протестировать румяна. Хэштег не очень умный. Не могу. Но слишком красиво. Просто борщ. У него градиент. Да-да-да. Концептуально ты можешь использовать любой из этих оттенков или можешь их наслоить. Я думаю, что я не буду выпендриваться и просто наслою все, что здесь есть, потому что сам по себе оттенок мне кажется классным. И нанесу его вот сюда. Румяна слишком меловые, достаточно полупрозрачные. Недостаточно, а реально концептуально очень полупрозрачные. В целом вот этого они уже не становятся, потому что оттенок есть, и он реально очень красивый, очень нежный. И мне кажется, знаете, если ты заинтересована в технике макияжа без макияжа, прям полноценный макияж без макияжа, то это тебе максимально зайдет, и вот то, что надо. Добавлю на нос. По идее, нос тоже должен немножко розовым подсветиться. Подбородок добавим. Ну, как будто бы это реально очень что-то красивое. Блин, а еще я сегодня забыла вам сказать, пока сижу монтирую это видео, что я создала аккаунт на Дзене. Туда я, значит, буду публиковать видео с туториалами на мои макияжи, всевозможные лайфхаки. Короче, я решила, чтобы мне этот канал был выделен под прям бьюти, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылочку вам оставлю в описании, потому что очень клевая новая соцсеть, и вот там сразу найдет у меня миллион полезного контента. Нет, ну серьезно, прям вот вообще миллион. Если что, ну так, на всякий случай, это бесплатно, это не прогрев, это ничего такого, просто я решила в одно место запихнуть все свои бьюти-туториалы, поэтому они теперь будут вот там. Подписывайтесь. 23 числа выйдет первое видео. Вот знаете, несмотря на то, что я люблю альтушные, лютые, такие сложные макияжи с лютыми стрелками, вот это вот все, такая эстетика мне тоже очень нравится. Выглядит мило, необычно, но мило. Хотя вы видите вот такой солнечный зайчик, если я на вас пускаю или нет. И последний этап, это вот такой вот блеск для губ. Помада жидкая, оттенок у меня был один единственный, и он выглядит вот так вот, это немножко коричневатый цвет с глоссом. Мне такое очень нравится, поэтому посмотрим, как это будет смотреться на губах. Хоть оттенок был последний, но мне он нравится, и да, кстати, он похож на оттенок моих губ максимально. Кстати, он по вкусу яблочный, вы когда-нибудь пробовали яблочную косметику? Я первый раз. Странное ощущение, потому что мне кажется, что яблоко это такое не самое популярное. Короче, не знаю, что еще сказать. Косметика, ну вы знаете,
для коллекционеров то, что надо. Для тех, кому просто очень надо потратить свои деньги, тоже то, что надо. Для любителей азиатской косметики то, что надо. Единственный вариант, кому это не надо, это тем, кто реально любит очень яркие макияжи, и кому нужна 100% пигментация. Всем остальным рекомендую. Похожу с ней еще денечек, посмотрю, как это будет на лице, но в целом прям вообще максимально красиво, невероятно. Все, всем пока! В предыдущем видео. Это коллаборация Шуо и Мура с Sailor Moon. Поэтому бесплатно. Old Money. Мы сегодня Sailor Moon и Old Money. Кстати, да, похоже на то, что сопли на ресницах. Следующая коллаборация Лисы будет с Илоном Маском. Вау, сделаем макияж друг другу.